Всем привет с полей Кореи, привет мой дорогой зритель. И снова я на экранах ваших мониторов или смартфонов, а это значит, что с предыдущего видео пролетела уже неделя, и пора поделиться с вами очередным видео о моей жизни в Южной Корее. И я долго думал, каким же видео сегодня с вами поделиться, но как показывает статистика просмотров моего канала, да, походы по достопримечательностям и красивым местам Южной Кореи не очень вызывают интерес, а вызывает интерес рабочие будни гастарбайтера. И поэтому сегодня у нас видео из рубрики «Один день из жизни Борщова АН Корейского разлива». Ну а точнее, как проходили мои обычные рабочие будни у водопроводчиков или водоснабжебцев Южной Кореи. И да, мой любимый почемушка, ты спросишь, почему проходили, а не проходят. А об этом я расскажу в конце ролика. Ну а сейчас мой рабочий день, как и у большинства, начиналось с прихода на офис. В общем, смотрим. Аньосио. Вот так. Мы пришли на офис. Что, можно выпить кофе? Есть у нас кофе. Есть чайничек, есть кружки. Я обычно по утрам кофе не пью. А все начинается с того, что я сажусь и сплю. Ну или не сплю, посмотрим. Вроде сегодня работа у нас есть. Так что сейчас чуть-чуть посижу, отдохну, так как рабочий день надо начинать с отдыха. Я уже как бы устал идти, целых 5 минут шел, так что надо полчаса отдохнуть. А потом поедем что-нибудь делать. Я вам, конечно, расскажу, покажу, как проходит мой день. Короче, не дали нам долго посидеть. Поехали. Загрузили кучу сапуна и куда-то поехали. Надо, конечно же, пристегнуться. Ой, каждый день начинается с сюрприза, потому что я не знаю, куда мы едем и что будем делать. Определяюсь, как обычно, по факту, на месте. Ну а пока едем, можно немного поспать. Вот такая вот у меня работа на релаксе. Езжу целый день, сплю, просыпаюсь уже непосредственно на объекте и начинаю вкуривать, что от меня хотят. Ладно, посмотрим, куда мы сейчас приедем. Заехали мы на базу за всякими ништячками водопроводскими. Нам надо два ящика. Вот, короче, уже вскрывали, там может внутри чего-то и не быть. Вот, в этом все должно быть внутри. Опа, загружаем один. По размерам ящики. Это у нас 16-й. 16-й, это вообще, по-моему, 30-ка. Ну, нам на 2 16-х, а вот лежит, кстати, его и возьмем. Опа! Все. Ну и как обычно. О! Как обычно, я за водителя. Я на ручнике опять еду. Опа. Ты где? Сеге. Короче, 3 мешка цемента, говорит, надо взять. Короче, загрузились, покатались. Короче, забываю с ручника снять. Да и вообще коробка это не мое. Ладно бы на автомате, там все просто. Что, поставил дышечку, да поехала тут. Первая передача, вторая передача. Но пока что мне только дают вот на таких вот парковочках кататься. Да я, в принципе, и не горю желанием за руль садиться. Ну его нафиг. Что, приехали мы в такой вот старинный дом. Вот такой вот старинный дом. Что, пойдем в ворота зайдем, посмотрим, что у нас там. Вот такая вот фазендочка неплохая. Ну а наш объект это вот. Будем вот этот ящик менять. Он полон воды, где-то там течет, где-то здесь он весь течет.
Ну, кстати, не сложный будет объект. Я думаю, за пару часиков все это бахнем. Все, парканулась наша тачка. А он что, сюда хочет заехать? Не хочет. Сейчас будем доставать инструмент. Что у нас тут есть? Что у нас есть? Есть у нас ведро с инструментами. Это тоже понадобится. Переходник один. И мой отбойник. И будем уже непосредственно работать. Все покажу, все расскажу. Как оно проходит, наши трудовые будни в этой стране утренней свежести. Каких-то полтора часа, я уже ухойдохался как смог. Ну, сейчас пойду покажу, что мы тут накопали. Сейчас, конечно, звук будет плохой. Ну, вот получается, труба идет оттуда, подача, и сюда. Самое что интересное, труба у нас 13-я, а самый маленький вот сокет, ну этот, на 16, так что придется вот сейчас клеить трубу. Я так не люблю ее клеить, конечно, потому что почему? А потому что не с первого раза получается наклеить, потому что клей иногда говно, ну, точнее, не очень хороший. Ну ладно, сейчас вкинемся в свои болотники и полезем что-нибудь делать, пробовать наладить систему водоподачи в дом. Окей. Поехали! У меня свой оператор все это. Получилось с первого раза приклеить, так что нормально все. Сейчас чуть-чуть промажем. Но главное, не капает вот из-под сокета, значит, все нормально, значит, приклеилось хорошо. Вот такой вот клей, я не знаю, что за такой чудо клей короче, трубы клеим даже на мокрую, вообще нормально. Ну, еще промажем для профилактики, так сказать. Ну все. Сейчас еще вот здесь трубу вот эту обрежем, тоже сокет поставим, и все. И будем подключать ящик. Будем подключать ящик. Точнее, будем ставить ящик, закапывать и цементировать. Ладно, смотрим процесс дальше.
все сделали. Только по ящику непонятно, течет где-то, не течет. О, вот это кинчана. Ну все. Там приклеил, не течет. Здесь все скрутил, не течет. Там тоже не течет. Все, мы молодцы. Сейчас засыпем сапунчиком. Вот. Вот это называется сапунчик. Это переработанный. Как вот сказать? Короче, переработанные строительные отходы в мелкую глинку. В мелкую грай. Бля. Короче, в мелкую что-то. Сейчас засыпем. Все, короче, закопаем и зацементируем. Ну, это, конечно, все дальше будет. Ну что, только 10 часов. Я уже грязный, как свинья. Короче, цементировать не стали. Не стали. Говорит, сегодня не будем. Просто закопали. Поехали куда-то дальше. Ладно, что. Еще парочку успеем объектов сделать за сегодня. Все, приехали опять на новый объект. А здесь вот такая вот красота. Ай. Колоночка и ящик. Короче, меняем ящик. Не знаю, что с колонкой. Сиди. А я, Йоги? Йоги. Пуря? Или ченч? Короче, дед тоже не понял еще. Меняем мы колонку или нет. Короче, такие дела. Ладно, что. Второй раз не буду показывать весь процесс замены коробки. Так что уже когда сделал. Ну ладно, хорош ты. Ну все, все. Ну какой сторожевая собака. Ладно. Когда уже поменяем, покажу их, что получилось. Ну или в принципе, когда уже пойдем на обед, так что до обеда тут пару часиков осталось. Еще паркуемся, конечно, вот здесь. Шикарно так. Ну что, не дали нам спокойно поработать. Позвонила начальница, говорит, все, бросайте все, срочно несите сюда. У нас тут аврал. Говорит, у нас тут аврал. Быстро бросайте все дела, неситесь. Ну, поехали мы, посмотрим, что там за аврал. Опять, видать, где-то крановщик трубу взорвал. Гребаные покрынчики копают, где ни попадя. А потом мы приезжаем и чиним после них. Ладно, поехали мы там, починим что-нибудь. И уже на обед будем, наверное, выдвигаться. Ехали, короче, куда-то непонятно. Кипиша вообще никакого нет. Нигде ничего не течет. Тут кто-то зацементировал дорогу и все. Там работники работают. Кстати, вот дом, кстати, такой, ничего такой прикольный, да? Вот здесь мы работали. Вот этот ящик я останавливал. И колонку я, по-моему, останавливал. И брусчатку здесь я перекладывал. Короче, фиг поймешь, что происходит. Ну ладно, посмотрим. Коль приехали, то приехали уже. Ну, сейчас воду перекроем на районе, да дальше поедем. Ну и что, весь кипиш оказался, что надо было поменять вот крантик. Крантик поменяли. Сейчас обратно счетчик поставим и все. И поедем. Поедем кушать. Все, пришли мы на обед. Мне заказали сегодня донкас. Вот такая большая котлета в кляре. Еще супчик какой-то, типа Галина Бланка. Ну а он взял какие-то. О, вообще роски, короче. Яйцо еще туда бахнул, роски. Ну все, приятного всем аппетита. Как говорится, мощаки-то сайо. Все. Ну что, время 1:30. А мы уже закончили. Ну как мы? Как обычно, все, все на мне. Все я. Короче, вот такую вот красоту тут навели. Опять здесь трубу обрезали, поставили вентиль, ящик подключили. И вот такую сделали разводочку. Колонку не стали менять, говорит, это нормально еще. Лет 7 продержится, а то и 8. Все, вот такие дела. Сейчас закапывать придется. Не люблю закапывать вообще. Не люблю, не люблю.
Ну что, время 2:30, я уже топаю домой. На удивление сегодня, конечно, проканало Ярикири, то бишь сделали, пошли домой. Обычно такое не проканывает. Обычно прям, если даже работы нету, все равно сидим на офисе до 5 часов, там до без 10-5, и потом только идем домой. Может, сегодня просто праздник, день Кореи, поэтому начальница говорит, все, давайте, пали-пали и чебе, типа, побыстрее валите домой. Ну, вот, вот так вот проходили мои рабочие будни у водопроводчиков. И да, к слову, отработал я там почти 2 года, 1 год и 8 месяцев. И через неделю после снятия этого видео я уволился. В принципе, работа была не очень сложная, да. Местами грязная, местами как бы тяжелая, потому что приходилось кататься на лопате, на перфораторе. Но в целом, в принципе, было неплохо. Рабочий день с 7 до 5. Часто бывало, что приходили к 7, работа начиналась с 10, эти 3 часа я обычно кипел где-нибудь на диванчике, ну, либо заканчивалось часа в 3, и мы 2 часа сидели тупо на офисе, курили бамбук, как называется. Платили мне 100 тысяч вон в день, но платили не каждый день. В принципе, из-за этого и была главная причина, почему я уволился. А потому что начальница стала тяжелая на выплату зарплаты, на мои кровные заработанные. Приходилось ждать по месяцу, по 2, а иногда даже и 3. Доходило до того, что она мне должна была 5 миллионов вон. Ну а так как мы все время здесь на чемоданах и в любой момент мог уехать домой, мне это перестало устраивать. И я сказал «ся ля ви», то бишь «до свидос». И да, и последние 800 тысяч, которые за полмесяца она мне должна, я ждал целых 2 месяца, пока она расчехлится. Вот такие вот дела. Что еще хотел сказать? Что еще? А на остальное я отвечу в комментариях. Кому что интересно, какие-то вопросы возникли, пишите, не стесняйтесь. Ну а с вами, как всегда, был канал «Привет с полей Кореи». Всем удачи, здоровья, счастья. Конечно, жить богатство. И пока.